интернет и голосовое оповещение. Кстати, в Ростове действует более 30 точек открытого Wi-Fi. Кроме ресторанов быстрого питания, бесплатным интернетом можно воспользоваться в аэропорте и на пригородном автовокзале. Ростовская фехтовальщица Лариса Коробейникова выиграла золото чемпионата России. Это уже вторая подобная победа в ее карьере. Чемпионат страны по фехтованию начался в минувшую субботу в Владикавказе. Завершится он в следующий понедельник. За это время разыграют 24 комплекта наград. Ростовская рапиристка борется за медали в личных и командных зачетах.